Семейный сектор. Здравствуйте, дорогие слушатели. Доброе утро всем. Вы слушаете Спорт ФМ, у микрофона Ольга Созина, а значит, в эфире Семейный сектор. Сегодня мы работаем в прямом эфире, поэтому я с нетерпением буду ждать ваших звонков и смс-ок. Телефон для связи 60 60 93 2, код 499, смс 5533 в начале спорт, слово спорт, вайбер, ватсап 925 22 22 93 2. О, никогда я не устану говорить про синхронное плавание, потому что для меня это какой-то запредельный просто вид спорта, закажущийся легкостью на выступлениях. Прячется титанический труд, многочасовых ежедневных тренировок. О том, как же воспитать олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию, поговорим сегодня с мамой заслуженного мастера спорта, восьмикратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, победителя Олимпийских игр 2016 года Владой Чигиревой Ириной. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Во-первых, как же вы похожи с Владой. Просто это феноменально. Такое ощущение, что сняли копию. Однофамильцы просто. Я вбила в поисковике, ну как готовиться, да, к интервью? Естественно, интернет. Давай, помогай. Вбила в поисковике Влада Чигирева, и вот новостей как-то очень мало. Не обидно вообще, что про синхронные планы, в принципе, как и про множество других видов спорта, да, вспоминают раз в 4 года, несмотря на то, что уж кто-кто, а вы приносите каждый официальный старт, каждый Олимпийский игр по золотой медали. Не обидно, что так? Ну, видимо, этот мир больше для мужчин, и синхронное плавание на хрупких женских руках. А это значит в надежных плечах. На самом деле, красиво это очень трудно. Это может выдержать только терпеливый, трудолюбивый, талантливый человек. К сожалению или к счастью, в современном мире это женщина. Так сложилось исторически, да, как говорится? Да. Девочки более терпеливее, более выносливее. Не в обиду. Не в обиду мужчинам, естественно. Да. Мы учим их держать себя в руках, не терять лицо, верить в себя, видеть мечту и идти к ней. Ну, хотелось бы, чтобы говорили побольше все-таки о синхронном плавании. Возможно. Возможно, потому что мы все-таки должны воспитывать героев. А это значит, что они должны чувствовать, что они герои. И когда они говорят, они очень счастливы, потому что девочкам очень важна похвала, внимание, любовь. Это на самом деле так. И я всегда призываю на все смотреть с любовью, верой и надеждой. И тогда все получится. Влада брала перерыв полгода, да? Расскажите, вообще есть жизнь-то после олимпийского золота? Ой, вы знаете, это очень сложно, потому что жизнь после пьедестала, ведь пьедестал – это вот гимн прозвучал, и все. И все обнуляется, и все начинается сначала. И ты выходишь в эту жизнь и начинаешь думать, а какая она на самом деле? Вот Владе пришлось взять полгода на восстановление сил, здоровья, потому что спорт – это действительно очень трудно. Но зато за эти полгода я познакомилась со своей дочерью заново. У нее невероятно интересная жизнь была за эти полгода. И я в ней активно участвовала. И мне кажется, я открыла себя в этой жизни. Что нового узнали о своей дочке? Это бесподобный человек. Это невероятно интересная личность. Талантливая, оптимистичная, никогда не унывающая. Это человек-лидер. Ну, я готова вечно пить ей дифирамбы, потому что я у нее многому учусь. Это, я не знаю, мы поменялись, наверное, ролями, кто мать, кто дитя, кто у нас ответственный. Вот, но Владушка – это любовь моя, это жизнь моя, это звезда моя. Влада – восьмикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка. Вот мне кажется, любой бы родитель гордился своим ребенком. Но вы же не просто мама, вы же тренер, первый тренер Влады. Вы вот, ну, гордитесь ей или вы считаете, что, ну, можно и больше? Ну, во-первых, она родилась талантливая, и у нее не было иного пути.
Я сначала ее давала и в художественную гимнастику, и на танцы, и балетом мы занимались. Но так как она приходила ко мне на работу после всех своих занятий, я поняла, что девочка очень любит воду, очень одарена. И это ее был выбор, как я не сопротивлялась. Вот. Но проходя этот весь путь совместно, мы действительно открыли синхронное плавание в себе. Знаете, как люби. Да. Да. Люби хоккей в себе, а не себя, да, в да, да. Да. Это целая философия. Это безумно интересная жизнь. Это поездки, это знакомство, это семья. И живя в этой одной семье, это уже мирового масштаба. У Влады друзья повсюду, а значит, уже и у меня. Uh-huh. И по всему миру у нас находятся такие интересные личности, с которых можно брать пример, на них равняться, вдохновляться. Это, я бы сказала, это вдохновение. Ну так вы гордитесь или вы считаете, что можно больше? Я считаю, что так должно быть. Очень философски. Так. Я очень, конечно, горжусь. Безумно горжусь, но, может быть, мешает слово «гордыня», потому что это, может быть, какой-то грех. Но действительно, с любовью, пожеланиями доброго, счастливого пути. Потому что на спорте жизнь, конечно же, не заканчивается, но спорт дает такую дорогу в жизнь, что это безумно интересно. Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете «Семейный сектор». Меня зовут Ольга Созина, и сегодня в гостях у нас мама олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта по синхронному плаванию Влады Чигирёвой, Ириной. У меня есть такая очень показательная история, я не помню, где-то я прочитала. Этери Тутберидзе, тренер по фигурному... Изумительная. Да. Она рассказывала такую вещь, что когда Юлия Лепницкая приехала в Москву к ней в группу с мамой тренироваться, первое, что спросила мама у Этери, вы знаете, мы по возрасту проходим на Олимпиаду. И Этери Георгиевна так еще подумала, что ну ничего себе, им бы, конечно, еще прыгать научиться, да, для начала, а потом уже про Олимпиаду думать. И вот спустя какое-то иное количество лет, когда Юля выиграла золотую олимпийскую медаль в Сочи, ей повесили на шею, и она подходит к маме, и первое, что она спрашивает, мам, смотри, это та медаль, которую ты хотела? Это золото олимпийских игр. Мама сказала, да. И вот в этот момент как будто что-то выключили в глазах у Юли. Вот, на мой взгляд, это была больше мечта мамы, да? Бывают такие да. случаи. Вот Влада сама хотела стать олимпийской чемпионкой? Или все-таки больше вы реализовали в своей дочери свою мечту? Я думаю, Влада очень хотела. Это была, может, моя мечта, но она была недосягаема в тот момент. На тот момент мы только начинали развиваться, и уровень был не такой. А то, что Владе выпала такая удача, это ее большой тяжелый труд. И мне кажется, что начав этот путь, невозможно не мечтать. И вы знаете, я к родителям бы обратилась, что иногда они мешают своими планами, планированием, расчетами, выгодами. Потому что, мне кажется, все двери перед тобой откроются, если ты по-настоящему хочешь. А когда за тебя распланировали, к сожалению, дети сейчас очень мало умеют думать и принимать решения. И я с этим сталкиваюсь в своей профессиональной деятельности. Очень много сейчас родителей вмешиваются. Я бы пожелала им любить ребенка, создавать ему условия и верить в него. Ребенок сам все знает. А мы должны их любить и поддерживать. Вы сказали, что я уже сказала, что вы тренер, что вы первый тренер Влады. Тяжело тренировать своего ребенка? Тяжело. Поначалу интересно, а когда уже но спорт это все-таки преодоление. И когда возникает ситуация, что надо заставить, то это очень сложно. И вот в момент в 13 лет я поняла, что лучше я останусь мамой, чем я буду, ну это искаженное будет уже что-то. И у нее, к счастью, были и есть такие мастера своего дела. Она многому у них научилась.
А с меня сейчас только любовь, забота и внимание. Мне кажется, любой родитель, да, он жалеет своего ребенка, что ты устал, ты такой бедненький, да, иди полежи, отдохни. Но в то же время вы тренер. Вот как с этим бороться? Нам приходилось вставать в 6 утра, идти на тренировку по плаванию, потом к 8:30 к себе на первую тренировку, потом в школу, на ходу в машине завтраки, обеды, или как их назвать. И потом вторая тренировка. И вот в этом графике буквально с 5 до 13 она жила. И если вспомнить этот путь, это безумно сложно. Ну, наверное, без него и нельзя добиться таких результатов. Угу. Только жертвуя чем-то, вставая в 5 утра, да, опять же. А вы никогда не настаивали, чтобы Влада занималась синхронным плаванием? Не настаивала. Но когда Влада сказала, что, мам, ты знаешь, все-таки, наверное, я вот хочу пойти по твоим стопам. Ну, признайтесь честно, она было приятно. Потешила ваше самолюбие? Было приятно, да. У меня к тому времени была команда, моя любимая первая команда детей, на которых мы проходили этот путь, учились. И она была как сын полка. Она с нами ездила на все соревнования, она училась, она видела, познавала этот мир. Она его не испугалась, она его полюбила. И вот так мягко, видимо, произошло вхождение. Вы очень много сказали добрых слов о своей дочке. И я думаю, что сейчас самое время услышать что-то и в свой адрес. От первого лица. Я попросила Владу описать вас в 2-3 предложениях. Давайте очень послушаем. Интересно, да? Давайте. Моя мама невероятно светлый, добрый, мудрый человек. Ну, действительно, люди вокруг всегда, когда ее видят, удивляются, как вообще такая радость, такой позитив, такой свет мог сохраниться в этом сером мире. И я очень хочу все-таки быть похожей на маму, и она является для меня примером. И я всегда хотела быть такой же рыжей и кудрявой, как она. Замечательно. На самом деле, я благодарна Владе за то, что я светлый, позитивный человек. Это все она. Она родилась особенной, и невозможно было, она поменяла мой внутренний мир и внешний тоже. Это была рубрика «От первого лица». Я хотела попросить вас, чтобы вы описали Владу, но вы уже это сделали несколько раньше. А каким Влада была ребенком? Ну вот вы сказали, что она родилась уже талантливой, особенной. Но мне кажется, для любой мамы ее ребенок самый талантливый, самый особенный. Она была безумно любопытна, активна. Она всегда знала, чего хочет. И ее ничего не останавливало. Если она чего-то хотела, она этого добивалась. С ней было интересно болтать. Она очень хорошо танцевала. Она в садике играла самые главные роли. И мне безумно было приятно быть ее мамой. Она была больше девочка-девочка, такая девочка-принцесса. Девочка-девочка. Да? Она очень не любила джинсы. А мне так удобно было ее одевать. Она все время добивалась, чтобы были юбки, платья. Девочка-девочка. Я напомню, что беседуем мы с мамой Влады Чигирёвой, олимпийской чемпионки, Ириной. У вас спортивная семья. Папа, мама, я. Да, спортивная семья. Селекция произошла. Да, это про вас. Вот вы бы приняли любой выбор Влады, если бы, допустим, она вам сказала, что я хочу играть на скрипке. Или все-таки какое-то спортивное будущее было вот для нее уже предначертано? Вы угадали, у меня папа был музыкант, профессиональный, с абсолютным слухом, и его мечта была, чтобы я играла на фортепиано. Но я ему очень благодарна, что он меня понял, когда я полюбила художественную гимнастику. Он меня водил туда и радовался, восхищался открытием, которые я в себе делала. И поэтому Влада могла бы играть на скрипке, если бы... Ну, может быть, кто знает, может, это продолжится в следующих поколениях. Ей очень это помогло. Она сейчас в команде музыку пишет, компилирует. И очень музыкально, и музыкальные постановки у нее мне очень нравятся. Мне кажется, что синхронистка не может быть не музыкальной. Бывает все, у меня в команде было много, но это развивается. Если у человека есть безумное желание, разовьется и слух. А вы близки с Владой? Да.
Можете посплетничать, там, мальчиков пообсуждать. Можем. А и за советом она к вам, да, придет? Не к подружкам, а к вам. Я думаю, это правильно, потому что мы все были молодые. Нужно время, чтобы обрести опыт. А это сын ошибок трудных. И мне очень хочется, чтобы этот путь был наиболее легким этих ошибок. А вы с ней как подружки или все-таки у вас есть вот эта дистанция, что вы мама, а она дочка? У нас дистанция между городами. И порой наши созванивания составляют 5 минут. Mm-hmm. Но я по голосу все чувствую. Но если Владе надо обсудить какую-то вещь, то мы уделяем этому время. Мы встречаемся, мы ездим, мы даже в машине ехали, болтали много. Она такой интересный собеседник, и на самом деле я к ней уже иду за советом, потому что она и психолог уже профессиональный, у нее и дар. Да-да-да, знаем-знаем. Она очень любит людей, она старается всем помочь, она берет на себя ответственность и выруливает все ситуации. Это такое качество обалденное для человека, и мне безумно с ней интересно. Я думаю, что сейчас самое время еще одной рубрики. Идеальная семья. А рубрика с подковыркой. Я задала Владе 3 вопроса. Ну, так как вы уже признались на все услышанное, что вы с дочкой близки, сейчас мы проверим, как вы хорошо ее знаете. Задам те же самые вопросы вам. Ну и мы сравним ответы. Значит, первый вопрос. А какая у Влады любимая программа, с которой она выступала? Мне кажется, это «Детская русалочка». Но мне больше всего нравится «Шаман». Ну, это вам нравится. А мы и говорим про то, какая у Влады. Русалочка. Давайте послушаем, что сказала Влада. Наверное, моя самая любимая, это мое первое соло, которое было составлено за 2 недели до соревнования под музыку из моего любимейшего мультика «Русалочка». Здесь нужны аплодисменты. Я даже помню, как это было. Ну, вы же и ставили, правильно? За буквально 7 дней мы поставили эту программу. И было так замечательно. Я в первый раз ее увидела, что она действительно боец, молодец. Я спросила у Влады, сладкоежка ли она, но она сказала, что она предпочитает другую пищу. И вот вопрос созрел такой. Какое любимое блюдо у Влады? Скорее всего, мясное. Раньше у нас была традиция, Влада приезжала, это было мясо по-французски, но сейчас это шашлык. Давайте послушаем Владу. Я больше люблю мясо. Она на самом деле сказала, что самое ее любимое блюдо – это шашлык, что она на нем выросла. Донской шашлык – это нечто особенное. И заключительный вопрос. Есть ли у Влады талисман? Талисман. Есть, наверное, такой же, как и у меня. В виде ракушечки. И у нее с детства была масса талисманов в виде игрушек. И каждый раз они добавлялись. И мне приходилось держать их во время ее выступления. Но когда она перешла к Елене Николаевне Полянской и дала ей подержать, она: «И что, я это буду держать?» «Держите, Елена Николаевна». И та держала. Это была акула, собачка и маленький волчонок, Амиго. Давайте послушаем Владу. У меня вообще было 3 талисмана. Один – это акула, барракуда, которую я назвала. Такая уже сейчас бедненькая, потрепанная, но до сих пор она ездит на соревнования. Это, наверное, самая основная. Так у меня и волк был, и собачка была, которую мне подарила уже мой личный тренер Елена Николаевна Полянская, которую я тоже возила, и у нас с мамой вечные были баталии. Она говорит: «Ты возьмешь только 1 талисман». Я ей отвечала: «Да, клала 1, а 2 себе под куртку». А есть аплодисменты у нас? Я хотела бы похлопать. На самом деле. 3 из 3, ну, тут даже что комментировать. Мама с дочкой, да, которые... У которых одна душа на двоих. Да, идиллия, абсолютная идиллия. Это была рубрика «Идеальная семья». А вы были строгой мамой? Иногда. Мне иногда за это очень стыдно. Нам надо просить чаще прощения у своих детей. Мы не должны хранить, мы должны в них верить, любить, обожать.
Ну и, конечно же, направлять. Строгость нужна, конечно. Странно слышать это от тренера. Вот как это сочетается с тренерской деятельностью? Тренер же не может постоянно гладить по головке. Не может. Этого не должно быть. Пряник, еще один пряник. Некоторые тренеры даже предпочитают, чтобы их боялись. Угу. Должна быть какая-то дистанция, уважение. Мне кажется, что Татьяна Покровская как раз считает, что меня не надо любить. Вы знаете, да, скорее всего... Она великий полководец, у нее большой опыт. Uh-huh. И, к сожалению, не все люди готовы общаться душой, совестью. На кого-то надо покричать, но это не про Владу. Но преодоление существует, где-то надо надавить. У нас был интересный случай в бассейне «Волна» в нашем городе. Я очень шумела на Владу по поводу ее соло. Она выплывала уже после прогона. И тут проплывающая женщина сказала... Ой, можно мы оставим? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Я поняла, о чем вы говорите. Просто у меня прям даже приготовлена под эту историю специальная рубрика. Замечательно. Да. Я никогда этого не забуду. Мне стало стыдно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня мама Влады Чигирёвой Ирина. Влада Чигирёва — олимпийская чемпионка Рио, восьмикратная чемпионка мира. У меня есть близкая подруга, фехтовальщица, олимпийская чемпионка, тоже в Рио выиграли. И у нее родители и папа, и мама тренеры. И вот, знаете, она никогда не позволяла себе ни в зале, ни где бы там вот, не знаю, на спортивной площадке, где все вместе и проходит тренировка, называть маму мамой. Единственный раз я слышала от нее, вот чтобы она назвала мам, в номере, и мы были втроем. Вот у вас тоже так было с Владой, что только по имени-отчеству, и вот наедине можно сказать «мама»? В доме, естественно, мама. А на выездах, на соревнованиях порой она мама. А я даже не понимаю, потому что много детей. Mm-hmm. Она Ирина Николаевна. И тогда я сразу моментально отвлекалась. И у нас это уже такая шутка. Она, если хочет быть мгновенно услышанной, она меня Ирина Николаевна называет. Владе никогда не было обидно, что вы на маму не откликаетесь? Нет, нет, просто, видимо, я человек вообще такой... мечтательный. Mm-hmm. Возможно, я ухожу в себя в какой-то момент и просто на Ирину Николаевну это обязанность ответить. А как вы сами для себя разделяли, вот где вы мама, а где вы тренер? Ну, мы даже порой шли домой со стоянки. И, ну что, тренер на тебя сильно сегодня орала? Она, ой, лютовала. Это вообще какой-то был ужас. Я говорю, слушай, ну, давай ее поймем. Конечно, нехорошо на такую девочку кричать. Сейчас мы прервемся, никуда не переключайтесь, и после рекламы продолжится «Семейный сектор» с Ириной Чигирёвой, мамой олимпийской чемпионки. Семейный сектор. У микрофона снова Ольга Созина. Продолжается «Семейный сектор». И сегодня у меня в гостях мама олимпийской чемпионки, восьмикратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта по синхронному плаванию Влады Чигирёвой, Ирина. Ирина, мы поговорили уже про то, как сложно вам бывает разделять маму и тренера. А Влада могла огрызнуться на тренировке? Вот бывало такое, что конфликт в бассейне? Вообще бывали ли конфликты в бассейне? Бывали, конечно, без конфликтов невозможно. Могла, да, она там? Огрызнуться я не помню, но помню ослушаться. Mm-hmm. Один раз я выгнала с тренировки, у нее что-то не получалось, там разгиб из фламинго. Все уже объяснила, и понятно, и как за воду зацепиться, и как это все сделать. Но не получается. Уплывает. Иди отсюда, все. До свидания. Нет, мы все уже ушли с тренировки, Влада в угол бассейна забилась, стала так бортиком, к бортику головой, чтобы этот проплыв ее, если что, в бортик, и добилась этого разгиба. Угу. Потом довольная, счастливая ушла, я, конечно же, галочку восторглась, поставили. Да, ее вот этим самообладанием. Ну, характер всегда был. Ну, конечно, глядя на вас, с Владой я бы никогда не сказала, что вы можете вообще поругаться и накричать на нее, а она может там как-то ослушаться вас. Вот вообще у меня не вяжется. На нее невозможно кричать, она личность. Я знаю, что вы едете с Владой, стараетесь. Я активный болельщик. Да, приезжайте к ней на турниры. В Рио ездили? Ездили. Как вам Рио? Ой, безумно интересно. Контраст
Это моя любовь, Рио. Это первый мой океан в жизни. Неизвестно, кто купался, то ли я в океане, то ли он во мне. Но первый раз в океан я вошла в Рио. Это безумные волны, это у них зима была. И меня местные мальчишечки учили нырять в волны. То есть я не могла выйти из этого состояния очень долго. Очень вкусная у них еда, очень теплые люди, очень атмосферно, красивые женщины, безумно гордящиеся собой, своей красотой. Но я от Рио вообще в восторге. Это мои лучшие воспоминания. Еще одно доказательство, то, что у вас вот просто полнейшая идиллия с дочкой. Влада мне сказала то же самое. Я говорю, есть какое-то место, куда вам хочется вернуться? Она говорит, да, это Рио. Я влюбилась в этот город, в это солнце, в этот океан, и я в полнейшем восторге. Согласна с ней полностью. Я тоже туда хочу вернуться. А я поймала себя, знаете, на какой мысли, что, ну, обычно родители нервничают перед официальными стартами, большими, mm-hmm. там, как чемпионат мира, чемпионат Европы. А вот родители-синхронисты вообще как-то переживают? Ну, ведь и так понятно, что они приедут, завоюют золото. Вы знаете, это спорт. Почему нервничать? Из-за чего? Ну, и так все знают, что Россия впереди планеты всей. Они живые люди. А мы не можем предугадать, что с каждым может произойти. Это может быть любой человеческий фактор. Это может быть любые нападки со стороны, как недоброжелателей. Это может быть какой-то штраф. Это могут прицепиться к любому, потому что мы всех раздражаем своим успехом. И я понимаю, почему Татьяна Николаевна только самых проверенных и самых стойких берет на Олимпиаду. Ей честь и хвала, я снимаю шляпу перед ней, как она их отбирает, как она кует эти кадры. И, конечно, есть волнение, но я верила, я знала, что все будет в порядке. Но надо молиться за детей со стороны родителей. И не надо ничего пугаться, ничего не надо бояться. Надо верить, любить. Вы все-таки переживаете больше не за результат, а за конечно. То, как все пройдет, чтобы знаете, не было никаких форс-мажоров. Может, старомодное понятие честь, да, по чести, по совести. Но надо жить по своей совести, по своей чести. И тогда все будет как надо. Тогда нам не будет стыдно за то, что что-то пошло не так. Я немножко в философию углубляюсь, но мне сейчас очень обидно бывает, что люди как-то склонны что-то выгадывать, что-то вычислять, может быть, излишне планировать самонадеянно. Просто надо идти честной дорогой, и все сложится как надо. Вы слушаете «Семейный сектор». Сегодня у меня в гостях мама олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влада Чигирёва Ирина. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон для связи 60 60 93 2, код 499, WhatsApp, Viber 925-22-22-93-2 и смс-портал 5533 в начале слова «спорт». Вы немножечко забежали перед паузой вперед. Давайте сейчас еще одну рубрику мы сделаем. Секретные материалы. Я попросила Владу вспомнить какую-нибудь историю забавную, связанную с вами. Мы послушаем начало. Ну, вы вспомните, о чем речь, и расскажете, чем закончилось дело. Давайте послушаем. Мама вообще это мой первый тренер, один из первых тренеров. И, в принципе, как это принято, на своих детей мы кричим немного больше. Тем более, если мы в них верим, мы хотим, чтобы они становились все лучше и лучше. И мы работали в бассейне, где рядом плавали люди, которые приходят по абонементам. И люди обычно все время возмущаются, то, что тренеры стучат по палкам, по железным, то, что они включают громко музыку, то, что они кричат. И тут мама со мной работает, мое первое соло. На эмоциях она кричит. И тут проплывает мимо женщина и говорит ей: «Женщина, вот если бы на вашего ребенка вот так кричали, вам бы это понравилось?» В этот момент поворачиваюсь я и говорю ей то, что это моя мама, ну и все. Этой женщине, которая плавает по абонементам, больше нечего было вообще добавить в эту ситуацию. Что вы ответили этой женщине?
Я даже не помню. Ну, мне стало стыдно. Я так хотела спросить, вам стало стыдно, наверное? Очень безумно стыдно, но Влада разрядила обстановку. Но так как я человек с юмором, я всегда юмором прикрываюсь. Не помню, к сожалению, но женщина была очень возмущена. Некорректно моим поведением. Это вы как раз ставили первое соло, правильно? Да, да, да. Это был первый прогон, потому что времени мало, и нужно от начала до конца, как начала, так и закончила. Бодро. Перестали после этого так сильно кричать на Владу? Вы знаете, когда это первое соло состоялось, вот там был очень цибаносный случай. Елена Николаевна Полянская, тогда после Брусникиной и Киселевой, приехала к нам на Россию на отбор со своими юными подопечными. И тогда мы попали с ней в одну бригаду судейскую судить. И в перерыве я осмелилась к этому гуру, вообще синхронного плавания, обратиться. Елена Николаевна, завтра моя дочь будет выступать в соло. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание. Она будет там таким-то номером. Вот. И мы вынуждены бежать были на автобус, потому что нас уже должны были увозить. И я как-то детишек всех собирала, и вдруг идет Елена Николаевна навстречу мне с визиткой со своей. И говорит, мама, с такими ногами надо работать. И эта визитка для меня была, ну, как скрипка Страдивари, да? Я ее зажала в кулачке, я просто вот в поезде, я не могла спать, потому что это такая известная величина обратила внимание на моего ребенка. А перед этим я очень долго пробивалась к разным тренерам просмотреть Владу. Ну, растите еще, вам еще расти, расти. И вот когда раздался у меня дома звонок от Елены Николаевны, что я вас жду с такого-то числа, вот это был судьбоносный момент в нашей жизни. Я очень благодарна Елене Николаевне. А вам тяжело далось вот это решение, что пора Владу отдать другому тренеру? Поначалу мы ездили на сборы, мы консультировались, и мы справлялись. Но это такой субъективный вид спорта, что пока ты не вошел в состав команды, ты не можешь отдельно тренироваться у себя в Ростове и входить в состав команды. И вот когда уже Елена Николаевна сказала, что пора переходить, вот это для меня было очень тяжело. Я помню, это 1 сентября, когда Владу надо было везти на поезде в Москву и оставить ее в школе. Мы пришли на линейку с цветами. Я очень благодарна той семье, в которой Владочка жила. Это Ивлевая семья, тоже синхронистки и баскетболист. У них сын, это спортивная семья, и они Владу год ровно нянчили. Спасибо им большое, низкий им поклон. Семейный сектор. Семейный сектор на Sport FM, в студии Ольга Созина. И сегодня обсуждаем о синхронном плавании с мамой олимпийской чемпионки Владой Чигирёвой, Ириной. А вы всю жизнь, насколько я знаю, вот как мне Влада рассказала, вы хотели быть тренером. Да. Почему? У меня мама была учителем начальных классов. И я хотела быть учителем, пока я не познакомилась с гимнастикой художественной. И тогда я начала активно интересоваться спортом. Мои любимые виды – это фигурное катание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика. Синхронного еще тогда не было видно. И я влюблялась в личности тренеров великих. И мне очень хотелось пример быть на них. Пример можете привести? Тарасова, Жук. Я сейчас, к сожалению, растерялась. У меня все больше эмоций, чем памяти с годами. Но когда я видела, как они дают наставления своим ученикам, я понимала, что именно от этой личности зависит успех. Это союз, это гениальный союз ученика и учителя. И когда будет готов учитель, то к нему придет ученик. Это очень-очень сложно, потому что это большое совпадение, это большая удача, это большая честь. Я желаю всем тренерам, которые ежедневно встают с утра, идут на работу, воспитывать своих звездочек, искать свои таланты. Я желаю им
удачи, взаимопонимания и тем воспитанникам понимать, что может дать тренер, что может дать личность, и только в союзе, в совокупности с их мудростью что-то может получиться. На мой взгляд, тренерская работа, ну, она неблагодарная, на мой взгляд, потому что когда выигрывает спортсмен, ему достаются все лавры. Когда проигрывает, кто получает по шапке? Тренер. Конечно. Тренер всегда в тени. Тренера никто не видит, да? Поэтому, мне кажется, это действительно должно быть дано от Бога, да, быть тренером. Я помню своих первых тренеров, и я с ними работаю сейчас. У меня тренер Наталья Ивановна Зубрилова. Она очень успешно работает в спортивной гимнастике. А со мной моя коллега Елена Иванова работает бок о бок, и я очень благодарна ей, и мы как члены семьи одной, я очень ее люблю. Спасибо им за меня, потому что я, к сожалению, в детстве была пухленькая, косолапенькая, неуклюженькая. Вообще бы никогда не сказала бы вам. Это все делается, это все преодоление, это все саморазвитие. И то, что они мною занимались, что в меня поверили, потому что внешне меня сначала не взяли на спортивную гимнастику, я была крупновата, а на художественную как-то я проскочила. И когда уже пошли первые результаты, а я оказалась трудолюбивым ребенком, видимо, это передается по наследству. Вот. И сейчас я продолжаю благодаря Владе саморазвитие. Она меня отдала на танцы. Я сейчас занимаюсь с таким удовольствием аргентинским танго, социальными направлениями, сальсой, бачатой. Это безумно интересно. Я даже недавно в конкурсе принимала участие. И как успехи? Ну, я думаю, что талантливый человек талантлив во всем, правильно? Маленькими шажочками достигаются успехи, и, как оказалось, мне очень нравится выступать, что это такие эмоции, и через них я могу делиться со своими учениками этими эмоциями. Я знаю изнутри, как это. И сколько ни говори каких-то наставлений, человек должен пропустить это через себя, прочувствовать. Мне есть чем делиться сейчас с учениками, и я жду, когда же они созреют для того, чтобы это был потрясающее удовольствие. А вот вопрос, может ли талантливый тренер из посредственного спортсмена вырастить, воспитать настоящую звезду, воспитать олимпийского чемпиона? В настоящей звезде все должно совпасть. А можно, да, дотянуть. Допустим, ребенок будет трудолюбивым, упорным, но не будет у него какого-то, знаете, экстра таланта, да? Можно до определенного уровня. Но столько звезд должно совпасть. Угу. Я это уже понимаю, чувствую. Да, есть у каждого предел компетенции свой. И в любом случае это саморазвитие, в любом случае это даст человеку большой плюс в жизни. Нам приходится работать со всеми, кто есть. Но удача тренера – это когда совпадение. Не всем это дано. Но надо всегда радоваться тому, что у тебя есть, и делать, что можешь, а там уже будь, что будет. Давайте сейчас еще одну рубрику. Родительский совет. Думаю, что всем нашим слушателям, и мне тоже, как маме, да, интересно, дайте нам совет, как воспитать из своего ребенка олимпийского чемпиона. Тем более, что вы знаете, как это сделать. Вы мама олимпийской чемпионки по синхронному плаванию. Мы не будем ограничиваться, да, только вашим видом спорта. Вообще, вот что нужно сделать, чтобы ребенок вырос в настоящего спортсмена, в настоящую звезду спорта? Любить и верить. И все? А там уже по ходу разберешься. Надо. Хорошо, а как тогда понять, в какой вид спорта его лучше отдать? К чему у него способности? Что он любит. То, что он сам полюбит, туда и надо отдавать. Потому что многие мамы видят в своих чадах талант, но если ребеночку что-то не нравится, вот, допустим, в синхронном плавании это вода и холодно. И ты все время мокрый, дрожишь. Но если ты смотришь по-другому, что вода – это стихия, это та атмосфера, в которой родилась русалочка. И если человек чувствует себя русалочкой и обожает это, то он не будет на всю рутину обращать внимание. Он будет
получать удовольствие от того, что у него получается. А вообще еще синхронное плавание – это командный вид спорта. А это дает возможность людям быть счастливыми, что очень трудно. Потому что люди счастливы тогда, когда они делают общее дело, и у них получается. А чтобы получилось у всех, это должно быть совпадение желаний у всех. А, к сожалению, сейчас многие единоличники, сейчас мы не умеем настраиваться на своего партнера, мы видим только себя. А если ты будешь... Это меня танго научила, аргентинская, я делюсь просто новыми... Опытом. Да, опытом, новыми знаниями. Когда ты настроен на своего партнера, и кроме него никого не существует, а он, в свою очередь, точно так же думает о тебе, то получается гениальная атмосфера внутри. И счастье внутри возникает. А на этом идет успех. Если подводя итоги, чтобы ребенок стал олимпийским чемпионом, нужно его любить, понимать, прислушиваться. Хорошо, а как быть в той ситуации, когда, ну, вот, примерно в 12-13 лет он уже начинает понимать, что он хочет, что он не хочет, и вот он уже прозанимался условно 5-6 лет, и он встает утром и говорит, я не хочу. Что делать? Я сама была в таком. Вот что делать в данной ситуации? А все задатки есть, все, уже какие-то результаты вроде бы показывает. Настаивать? Я думаю, нужно очень мудро сказать, что, милый, любимый, ты прошел такой путь. Вот у тебя есть мечта. Она вот. Ты уже прошел определенный путь. Потерпи немного. Ведь сколько было хорошего на этом пути, сколько может быть. Это твое. Не сдавайся. Пройди это испытание. И когда действительно возникают шарахания в разные стороны, да, у детишек, им кажется, но это не развитие, это просто разветвление. Все-таки ты должен пройти свой путь, справиться, вот убедить. Потому что это не так все просто. Ты подводишь и семью, и тренера, и команду, и себя в первую очередь теряешь лицо. Mm-hmm. Нельзя бросать. Это была рубрика «Родительский совет». Вы сказали про командную работу. Синхронное плавание – это женский вид спорта, да? А в женском коллективе работать очень сложно. Дружат ли девочки и, ну, строят ли козни, если так можно выразиться? Самое ценное – это дружба. Козни есть, но это у тех, кто, может быть, не слишком талантлив и не слишком готов к этому всему. Поэтому возникает соблазн сделать что-то нечистым путем. Uh-huh. Это, конечно, всегда было, есть и будет. На этом стоит мир, чтобы мы тут делали, если бы все было идеально. Но как-то все-таки это преодолевается. И вот попытка создать идеальную команду, ну, это каждый раз работа над собой. Я всегда прихожу на работу и вижу... Я не могу планировать. Я вижу, что у меня сейчас творится, в каком настроении. Это же маленькие женщины. Они же пришли в своем настроении. Надо им создать какую-то общую задачу. Тогда они начнут ее решать. А пока мы решаем за них, они будут все время сопротивляться. А как вы относитесь к мужчинам в синхронном плавании? Вот к микс-дуэтам? Вы как тренер. Вы знаете, поначалу, конечно, это было непривычно, но я как-то провела параллель балет и фигурное катание. Это же нормально, органично. И вот в последнее время у Ольги Брусникиной юниорский дуэт появился. Они не похожи антропометрически друг на друга. Обычно подбирают по ножкам, да, вот. Но мальчика с идеальной стопой и ногой это тяжело найти. И мальчик очень такого брутального телосложения, и рядом с ним была очень хрупкая, худенькая синхронистка. И мне это даже больше понравилось на контрасте. К сожалению, времени всегда мало в нашей студии. С вами была Ольга Созина, вы слушали Sport FM. Услышимся через неделю на том же месте в тот же час.